снова я. Со мной команда Revenge Masters, Limius, который сегодня подписывался, So Good, и КВП. В общем, расскажите про тот путь, который вы сегодня проделали. Я знаю, вы заняли 4-е место. Недавно только закончилась ваша игра против кого? Против Симплов. Против Симплов. Вот. Ну, расскажите про ваш вообще путь на этом лане. Кого вы выигрывали, кому проигрывали? С кем было сложно играть? Достаточно серьезный путь. У нас первоначальная цель, ну, когда мы еще вчера, например, вечером, мы хотели выйти из группы. Ну, мы так прикинули, что в 9, где-то в 9, ну, потянутся такие не очень сильные команды, и поэтому решили, с утра поехать, чтобы так, ну, хотя бы выйти из группы. Ну, все-таки в итоге мы в группах с Лили Нонеймом. Очень спасибо им за игру, они очень хорошо играют. На самом деле собрались буквально миксом там. Очень долго, недели, да, они вообще не играют, ну как бы просто устойчивые. Да. Они даже не тренируются. Да, ну красавцы вообще, первые из группы вышли. Но, видимо, чего-то им не хватило. В плей-оффе сразу вылетели. Но мы очень обрадовались, на самом деле, когда вылетели. Ну, как бы, когда проиграли им, у нас такое немножечко настроение упало. То есть была мотивация чуть меньше. Но потом решили все это вернуть. Вот, некоторые вообще там чуть ли не сдались. Но, вот. С Симплами. Дальше у нас была игра против сразу Симплами на первом плей-оффе, да. Мы начали очень даже так уверенно, на самом деле. Первый раунд они вообще никого не убили. Ну, а дальше... Вы расходились там постоянно, шли, ну, на да, ну, да, сначала там вообще чуть ли не в сухую, а потом уже... Да, ну, мы по крайней мере перестраиваться, это там уже это опыт, но... Считайте, мы просто... Ну, Симплы уже принципе, достаточно. Получается, ситуация. Атаку мы взяли... На кроссе 9-6, по-моему, если я не ошибаюсь. Да? Или, там, нет, да, 9-6. Да, 9-6 взяли атаку. Мы очень уверенно шли, но... На дефе, ну, у нас что-то не получилось. То есть, например, когда даже не брали тайм-аут, у нас, ну, как бы, да, ну, они там что-то придумали новое, а у нас было такое, да, давайте что-нибудь новое, и все, и рубли, и дальше. Ну, то есть не получается у нас пока нет, такого, как бы мы всего лишь, вот, действительно, месяц назад собрались. То есть за месяц, я, например, считаю, что такой результат, как мы сейчас сделали, да, мы очень в принципе, довольны, я доволен. Не все из нашей команды, конечно, довольны, некоторые как бы огорчены. Но мы с КВП точно. Три человека, кстати, из этой команды играли в Код Бай, еще на прошлом лайне, и дали бой команде Old School, разошлись... Гудбай. Я немного перепутал. Минимально. Похожее название. Ну ладно. Все они тогда 24-20 в дополнительный период. Мы их тогда выиграли, но... Да, они пошли по сетке лузеров, но да. Мы тогда... Мы слили 24-20. Последние... Я там вас своих сделал. Совсем минимально. Последние раунды они пошли в раш тогда уже. Да, тогда уже там то же самое было. Мы тоже перестроиться не смогли. Да, мы смогли перестроиться. Они там вышли. Четко вышли. Они вышли четко. Вышли просто расслабиться. Просто там уже... Еще одна проблемка там у нас была. Получилось, что как бы, уже у некоторых желания не было просто даже играть, поэтому... То же самое, как вот сейчас мы в плей-оффе с Симплом, когда слили, да, там были фейловые раунды, в принципе, можно было затащить. Печальность. Это вообще хуже. Короче, можно было затащить, но получилось, что слили. Не знаю. Ну, все-таки Old School, у него немного опытнее, там многие очень на русской сцене, а у нас, ну так, может, появлялись как-то, но все-таки из Old School там очень многие прям в топах русской сцены. А что вы думаете с теперешним матчем, который сейчас идет? Еще Simple Liberty, наверное, играют. Ну, не знаю, на самом деле сегодня Liberty Simple в дому, ну, овнили несколько раз, я думаю, сейчас ничего не изменится. И мы в финале увидим противостояние, как бы, на данный момент двух сильнейших белорусских команд. Это Liberty, которая сейчас и выступает, как бы, ну, можно сказать, на европейской сцене, на СНГ. Топ-30 кламбазы, сейчас на IP-лиге в топ-5 они тоже неплохо ведут. Наверное, первая белорусская команда, которая топ-30 вошла. Ну, как бы, Симплы тоже в IP-лиге, и Симплы повыше, чем Лига. В начале, когда начали играть в код, а потом они... Думаю, что самое интересное у нас сейчас начнется в финале.
Liberty против Old School. Кто кажется сильнее, на самом деле, неизвестно. Потому что как бы сейчас Old School выиграли, как нам известно, в сетке винеров. То есть, что сейчас будет, соберутся ли Liberty для того, чтобы показать зубы Old School и Hatton? Я думаю, такой не счет, знаю. С которым они сыграли, не помню точно, было вроде около 16. Все дело в мотивации, в настроении, на самом деле. Если они сейчас поникнут, то они не вытащат. Да. Знаю, Номада и Ястреба, да, я думаю, на там Номад и я... Нет, скажут мотивацию. Ладно, Ястреб, я думаю, Номада не очень, Номада, это же спокойный человек. Именно Ястреб может сейчас... Прости меня, Ястреб, потому что я тебя сейчас не чувствую, не слышишь. Но Ястреб может сейчас уверенно опустить либо... В общем, как вот он психанул, извините так за распространение, да, вот у них игра на IP-лиге была, вот на днях. Там что-то, ну, психанул, и он начал рашить по центру карты со скопой, блин, ну... Бывает, все мы люди, то есть, все можем так психануть, я тоже иногда... Я, например, вайню, блин, если что-то не так. Жуткий вайн начинается, все на меня кипишат. Ну, это лично просто... я болею за Liberty, потому что как бы со всеми, кто сейчас играет в Liberty, я был в командах на прошлом лане, я всегда с ним играл. Ну, олдскулов, как бы, я не знаю, ну, я уважаю всех игроков олдскула, они достаточно опытные. Но пора им уже сходить. Трехкратные чемпионы лана, да, ну, в принципе, раз можно. Ну, четвертый раз, может быть, все будет, так что посмотрим, увидим, осталось совсем немного. Давайте еще пройдемся по вам, какие проблемы у вас были в составе завтра? Ну, короткий срок, проблема, ну, начнем с главной проблемы, наш снайпер. Это на самом деле одна из главных. Это чистый паблик. Фаст зумы, мы ему говорим, прекрати шумок с зумами, да? Он, короче, берет, заходит на инфометр, пишет... Шумок и фазумы неразличимы, 99% и ставить себе ваву в TeamSpeak, и мы сидим все такие. Вторая проблема, это вайн. Это кстати, сейчас, вайн. Нет, вторая проблема, у нас еще есть монах. Да, монах, да. У него... Подождите секунду. Кстати, Шумок сейчас стоит за камерой и вот как бы смеется тут. Он вообще тут думал, что мы начнем. Все его тиммейты его лажают. Он, наверное, думал, что мы с монаха начнем, но оказалось, что мы начали с него. Он огорчен, видно, да? Теперь поменяйся с монахом, позови его сюда, пусть послушает чуть-чуть про себя. В общем, вторая проблема, наверное, монаха. Он как бы играет как бы уже давно, да. Но он играл не в таких сильных командах. Не в таких сильных командах, у него не сказывается. Допустим, если бы он играл в опытных командах, я не спорю. Я думаю, он бы играл хорошо, потому что, вот, например, он смотрит демки, ему даешь смотреть, он, в принципе, перенимает игру. Но у него привычка вошла такая игра против таких недостаточно сильных. Да, то есть он как бы... Надо играть сильнейшим соперником. Да, надо играть сильнейшим соперником, чтобы все было. Не играйте с 800 ПТС. Ну, в общем, наверное, проблема это вайн. Вайн. Мне что-нибудь скажете, я это в штыки восприму, да. Потому что, блин, ну реально иногда не по теме, а они не согласны, не ванят. Мне, например, не нравится, что некоторым товарищам указываю на ошибку, мне в ответ 100-500 слов, и все, короче. У нас все очень гордо, как бы, с тем, что плохо, что все себя считают выше другого, сам умнее других. Я так себя не считаю, не надо. Ну тебя. Не надо, Шумок тоже, Шумок просто фазумы любит, он хочет, знаете, Шумок играет на мувик. Пример, КБ, короче, играем, говорим, Шумок. Плюс 10 КБ на Шумок. Слушай, играем КБ, Шумок, говорим, в ключах сидит тело, выпрыгни, убей, с рашилкой в руках. Он достает скопу, выпрыгивает анскопа, в стенку дает, не попадает. Хорошо, у чувака реакция замедленная. Шумок. Это у меня пиздатая. Да ладно, короче, достает гашетку и умирает. Короче, это вообще было УГ. Или как играли против одной команды, в него противник не попадает. Он с разворота разворачивается под зумом в голову и кричит «На мувик под зум, блин!» Ну это вообще, это шума-то на самом деле. Покажите этого героя, ты можешь? Вот, кстати, этот герой не вайнит никогда. То есть, это вайнеры, я, Лимиус. Это 100%. Шумок на позитиве. Шумок да сидит, своими делами занимается, что мы вайним, что мы не вайним. Ему пофиг. Ну, чисто начал обижаться, когда мы ему сказали, харе стрелять фазумами, прицелься. Короче, все, это обида уже такая. А как Лимит с монахом стрелятся? А, да. Два брата, короче, это жесть. Сидим, играем. Тут что-нибудь, кто-то, этот кричит на монаха. Сука, какой тебе? Цензура, в общем говоря. Этот ему в ответ, цензура. Резко все замолкает.
Все молчит. Бах, мне Лимиус врезал. Зашибись. Играем дальше. Или как была одна игра. Решающий раунд. Остается монах за плантом. Тут резко что-то все останавливается. По-моему, против играли Crazy, Mibrino, Forby. На страйке играли. Тут какие-то дергания заплантили один в один. То есть, ну, решающий раунд. И тут получается только ноша плант. Чик, мы такие в недоумении, что за фигня, да? Тут хоп, его сносят. Мы, ну, на самом деле фигня и смешно, что за лажа. Тут оказывается, у меня Линус забирал управление. Мы там все сидим в тезе, просто в шоке, грубо говоря, такие. Да, думаем, зашибись, пацаны, братья, вот, реально, два братья у них засёр друг на друга, вроде бы и родные, а так. А помнишь, как не ванили одну игру там, или две вообще? Ну давайте уже не будем, давайте кто еще кого покритиковать. Вы троих уже человек покритиковали? Да мы всех. Всех уже покритиковали. Все уже прошли. А капитан у вас кто? Кабретти. Кабретти. Ну, его тут сейчас нету, к сожалению, можно его покритиковать. Ну, за спиной лучше не будем говорить. Он хорош. Ну, он хороший, он игрок, но если говорить о спорте... Ну, это проедем, да? Да, кстати. Ну, сейчас задам уже, чтобы не забыл. Меня попросили спросить у каждой команды. У каждой, конечно, не получится, но спрошу, по крайней мере, у них. Каким спортом вы занимаетесь? Занимаетесь ли вообще? Качалку. Качалка раньше была, но сейчас из-за нехватки времени, там после работы устаю немного, поэтому... Шумокс тоже в качалку. Да, ходил. Да, вот всем... к чему мы говорили про капитана, он единственный из команды не ходит в качалку. Это его минус единственный. А так он хороший парень. Да. Вот. Будете ли вы командой вообще в будущем? Думаю, что... Надеюсь, да. Время покажет. Сейчас время покажет, мы решим. Никто знает, у кого какие мысли в голове. Допустим, мы надо собраться и играть. Как мы с КВП настроены, как бы на дальнейшее движение. Можно Шумка отучить вас зумом играть, да, Шумок? Может быть. Можно Монах натренится, думаю, да, играть. Кабретти в качалку отправим, да, чтобы хорошо. Протеином накачаем, чтобы он так, короче, в следующий раз в план входит, дверь так... С косяком выносит. Бочком и прошел. Тогда будем тащить. Ясно, что о чем мы еще хотели с вами поговорить. Ну, там, говорят, уже финал начинается. Давайте, наверное, будем смотреть финал. Это будет интересно, я так думаю. Вы кто у нас Галс играет? Интервью... Liberty Old School финал. Да, победители, ну, да, я думаю, проигравших. Галс, сейчас узнаем. Все. Спасибо. Спасибо. За интервью.